Здравствуйте, рад вас вновь приветствовать на нашем YouTube-канале Енот Постригун. Также приветствую вас в нашей группе ВКонтакте Енот Постригун. Видео вы можете увидеть и там, и там. И там, и там можете в комментариях задавать вопросы. Сегодня у нас на обзоре машинка Wall Stirling 4 беспроводная. Нельзя сказать, что это хоть сколько-нибудь новая машинка. Это одна из самых первых машинок, если не самая первая валовская машинка. Просто в России она никогда не продавалась, не продается и не будет продаваться. Почему? Мы чуть позже ответим. Итак, начинаем, как всегда, с упаковки. Упаковка стандартная для американского рынка. Коробка чуть поменьше, чем у нас в Европе, в России в частности. Внутри такой суперобложки у нас коробочка обычная белая. И внутри в пластиковом лоточке у нас уже лежит все содержимое. Итак, главное при распаковке не забыть, что у нас вот этот лоточек вынимается, и под ним еще у нас лежит макулатура и некоторое количество насадок. Итак, смотрим. Что же у нас в комплекте? Само собой, в комплекте у нас идет машинка вот такая вот красивая, черная. Дизайн мне на самом деле очень нравится, гораздо больше, чем у той же Магии, на которую она очень похожа по дизайну. Но, к сожалению, Wall, все вот эти вот надписи, буковки, циферки, они со временем стираются. И у нас останется просто черный глянцевый корпус и вставочка. Основное отличие стерлинга от остальных машинок — это то, что эта вставочка может быть заменена на другую цветную. Здесь вот есть красная, там фиолетовая, белая. Но, честно говоря, вот как-то наиболее привычно уже хромовая вставка в таком корпусе. Либо просто хром белый, либо золотая. Да, как было на Магии, вот эти вот цветные, честно говоря, как-то не воспринимаются. Видел я на фотографиях в интернете с фиолетовыми вставками, с красными, но, честно говоря, смотрится не так хорошо. С другой стороны, эти вставочки можно покрасить в любой цвет и применять. Зарядное устройство стандартное. Понятно, что оно стандартное для американского рынка, соответственно, под американскую розетку. Если что, кладем в комплект переходник, кто у нас покупает. В России не продается, поэтому с европейскими штекерами не увидим. Насадки. Насадки в комплекте не премиальные, обычные нейлоновые. 8 штук, так же как у Магии, но не премиальные. Это у нас насадки 1,5 мм, 3, 4,5, 6, 10, 13 и так далее. До 25 мм. Но еще раз повторюсь, что профессионалам больше 13 мм использовать должно быть стыдно, потому что все они полосят, и качество стрижки не очень. Лучше работать на расческе. Также в комплекте масло, щеточка. Щеточку можно, в общем-то, наверное, сразу выкинуть, потому что, ну, я не знаю, что такой щеткой можно почистить. Либо кисть для окрашивания берите с длинным жестким ворсом, либо щетки Эндис есть очень удобные для чистки, либо обычная зубная щетка старая, которую не жалко. Также в комплекте есть специальный инструмент для выковыривания вот этих вот вставочек, чтобы можно было заменить. Но я предпочитаю ничем не пользоваться, потому что даже пластиковая вставочка, она заминает здесь края, получается некрасиво. Лучше просто пальцем надавить, сдвинуть. Вот, пожалуйста, снимается так же, как на Магии беспроводной. И потом обратно вставляем такую же, либо другого цвета, понравишься себе. Все, хорошо. Посмотрели комплектацию. Ну, расческа еще есть в комплекте. Ну, есть и есть. Ладно, убираем все лишнее, все ненужное, чтобы нас ничто здесь не отвлекало особо. Смотрим на саму машинку. Машинка симпатичная, насколько это возможно для машинок барберской серии. Еще раз повторюсь, вот новая она вообще хорошо выглядит, такой лаконичный дизайн с буковками. Потом буковки стираются, поскольку они наклеены на скотч, грубо говоря, да? Хотя нет, в отличие от Магии, здесь они просто нарисованы, даже ничего нет. Короче, они стираются. После этого будет просто черный корпус. Ну, в принципе, сойдет. Красивая эта машинка, наверное, будет смотреться в паре с Магией. Там Магия красная, это черная. Ну, ради бога. В принципе, по дизайну, по эргономике ничего нового.
корпус такой же, как у магии, похож на супертейпер. Самую чуточку отличается от сеньора, у которого вот здесь вот есть выемка. Но корпус точно такой же. Вес 290 граммов, стандартный для всех валовских машинок барберской серии с карболитовым, ну, полимерным корпусом, не с металлическим. Металлические, понятно, тяжелее. Индикация здесь тоже, в общем-то, стандартная. Да, одна синяя лампочка, которая тем или иным образом подсвечивает. В разных партиях это было по-разному. У старых машинок одна индикация, у новых другая. Поэтому читайте инструкцию. Да, там можно встретить много интересного. По характеристикам. Самая главная характеристика — это, конечно же, нож. Если посмотреть на нож, то здесь вот такой вот хитрый нож системы Adjust-A-Lock. Эта система позволяет у нас откручивать нож одним вот этим вот центральным винтом. Боковые винты — это настроечные винты, то есть можно один раз настроить длину среза, да, хоть в ноль выставить, и дальше в последующем мы откручиваем один винт, снимаем ножи, а потом, когда мы их ставим на место, они уже становятся в выставленное ранее положение. Очень удобно при чистке машинки. Нож здесь с гармошкой, нож достаточно толстый, длина среза от 1 до 3 мм, то есть это нож по большому счету такой же, как на нашем тапке беспроводном, ну или проводном, тоже такой же нож, но машинка фактически это вот беспроводной тапок, только побольше насадок в комплекте и крышечка в другом дизайне. Да, любимая тема Wall — это сделать новую крышечку и продать машинку еще раз. Отличие принципиальное — это вот система на трех дырках в ноже, да, три винта. Это удобнее при чистке машинки. В остальном это супер тапок. Но супер тапок не продается в США, там продается стерлинг. А у нас не продается стерлинг, но продается супер тапок. Все. То есть, в принципе, это просто машинка для снятия массы, но за счет большого количества насадок можно, конечно, также и фейдить ей. В остальном, тапок. Хорошо, что еще тут рассказать? Нож у нас для массы, легко настраиваемый. Мотор здесь точно такой же, как и в остальных машинках, кроме сеньора и легенды. То есть, это роторный мотор, 5500 оборотов, 5,4 ватта. Работает у нас машинка от аккумулятора, но может и от шнура. От аккумулятора современные машинки, выпущенные в 2021 году и позднее, работают 100 минут, заряжаются 120 минут. Можно работать от шнура. Длина шнура стандартная для американских машинок 8 футов или 2,4 метра. Вибрация и шум у этих машинок, ну, несколько выше среднего по палате. То есть она точно такая же, как у супертапка, вибрация и шум, да, но выше, чем у Мозеров или Панасоников. Ну, да, не самая дорогая машинка, не самая дорогая линейка машинок в рамках даже компании Wall. Поэтому, ну, чем-то надо пожертвовать. В частности, вот удобством в работе, шумовое давление на ваши уши и вибрация. Но, тем не менее, все равно все в пределах допустимого. Надо понимать, что со временем шумность будет увеличиваться за счет износа некоторых деталей в машинке, которые, тем не менее, можно заменить. Это поводок ножа. Ну и расстраивает, что в комплектации нет зарядной подставки. Но она продается отдельно, стоит дороговато, но кто хочет, может купить одну зарядку на несколько машинок. Вполне неплохой вариант. Хорошо, какие выводы можно сделать? В принципе, в России в этой машинке особого смысла нет. Стоит она так же, как магия беспроводная. При этом насадки у нее в комплекте попроще. Не премиальные, но набор такой же, 8 штук. Но нож, он рассчитан больше именно на массу. Кому можно порекомендовать купить? Ну, тем, у кого уже есть набор машинок, но хочется вот взять что-то симпатичное для массы. Кто вот работает на валовских машинках, у кого есть там, допустим, магия, у кого есть беспроводная легенда, у кого там есть сеньор, и хочется вот в кучке поставить еще стерлинг. То есть, в принципе, преимуществ перед супертейпером у этой машинки нет. Есть недостаток в виде цены, есть небольшое преимущество в виде дизайна. Дизайн здесь симпатичнее. На этом, пожалуй, все. Разбирать эту машинку на видео не буду. Могу сказать вам, что там внутри все то же самое, как у магии, у супертапка. Ничего интересного там нет. Тот же аккумулятор, мотор, та же плата.
Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, либо на YouTube, либо в нашей группе ВКонтакте. И там мы называемся Енот Постригун. Можете также зайти на наш сайт магазина енотпостригун.ру. Там есть подробные характеристики, там есть актуальный ценник, можете там же ее заказать. Там же есть наши контакты, телефон, почта и так далее. Пишите ВКонтакте, в Ютубе, в Телеге, в WhatsApp. Всегда рады будем помочь с выбором. На этом все. Пока-пока.